им суетиться, как мы играли в первом периоде. Давай. Голы, давай. Ребят, вот такие игры нам нужны для того, чтобы прочувствовать наш характер, наш запас, наше терпение. Капитан Молочек сегодня вытащил команду из сложной ситуации. Вот это, парни, важно. Вот это. Да, сегодня снова, может быть, там не получился второй период. Начало третьего зашли сложно. Но концовку играли отлично. Сегодняшняя игра, наверное, такая, она приближена уже к чемпионату. То, что нас ожидает 3 сентября. Мы в Молочике большой объем работы проделали. Что понравилось? Это меньшинство сегодня, да, 0. И игра в обороне, наверное. Да, это опять же не только там вратарь, там защитники, это вы все. В принципе, более-менее нормально. К сожалению, в атаке чуть надо добавлять прохождение средней зоны, чуть надо опять же улучшать. С западными командами не играем в регулярке. Мы можем с АКМ и с СК-1946 встретиться только там в полуфинале, в финале. То есть фактически сейчас была игра плей-офф. Игры плей-офф зачастую выигрываются там, не на мастерстве, не на умении, на характере. Сегодня выиграли на характере. И завтра у нас тоже игра плей-офф. Давайте на нее настраиваться не как на игру турнира предсезонного, а как на игру плей-офф. Мы же к кубку идем. Готовы? Анализируем эту игру, анализируем свои положительные действия, отрицательные. Готовимся к следующей игре. Все гладко у нас с вами не будет. Будут, конечно же, и поражения. Но сегодня нужно было именно по позициям сыграть. Мы, к сожалению, смогли, вернее, позволили сопернику много вольности. При борьбе один в один, при ситуациях позиционной обороны. Это не сложная ситуация. В них надо разбираться.
дома.